Тюкенской ТЭС введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 52 кВт в час. На тепловых электростанциях особое внимание уделяется выработке необходимой для их нужд электроэнергии на основе альтернативных источников энергии. Актуальность этих проектов особенно важна в осенне-зимний сезон, когда потребление высокое. По прогнозам британского нефтегазового гиганта BP, в период с 2010 по 2030 годы потребление электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии будет расти на 8,2% в год, в то время как среднегодовой прирост потребления газа возрастет на 2,1%, нефти на 0,7%. Такая динамика обеспечит частичное вытеснение ископаемых энергоресурсов и увеличение доли альтернативной энергетики в мировом топливном балансе до 6,3% к 2030 году. Подобная тенденция наблюдается и в нашей стране. Уже запущены, а также ждут своей реализации множество проектов в этой области. Среди них и солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 52 кВт-час. До этого дня было установлено 4 кВт солнечной панели. Это показал свой результат в плане экономии, в плане эффективности. После испытания 4 кВт мы решили сделать огромный шаг и установили 52 киловатта солнечных панелей. Это колоссальная экономия энергоресурсов в плане газа или резервного топлива. В дальнейшем мы продолжим установку солнечных панелей и будем устанавливать на каждом административном корпусе, чтобы имели индивидуальные источники электроэнергии. По предварительным оценкам, посредством солнечных панелей будет вырабатываться в среднем 94 тысячи киловатт-часов электроэнергии в год. В результате ежегодно будет экономиться 30 тысяч кубометров природного газа. Роль женщин.